инновационные технологии для ускорения платежных операций. Проект «Монако» создал дебетовую карту, позволяющую осуществлять операции как с фиатными деньгами, так и с криптовалютой, биткоином, эфиром и собственным токеном проекта «Monaco Coin». По словам основателя «Monaco Technology» Криса Марзалика, карты «Monaco Visa» позволяют приобретать товары и оплачивать услуги. При этом деньги на счету карты можно конвертировать в необходимую валюту автоматически в режиме реального времени и по удобному курсу. Это позволит сделать операции денежных переводов и покупку проще, доступнее и безопаснее, а операции денежного обмена выгоднее.